Сегодня 5 декабря 2014 года, значит, мы видим, что у нас вода также течет где-то сверху по вот этой капельнице. Значит, сверху, с верхнего этажа. Но в окно она не попадает, может попасть с правой стороны между окном. Здесь на профиле закрыты дверки, которые раньше были сделаны. И сделаны дырки рядом. Сейчас, по идее, вода должна в профиль не попадать.